Ребята, всем привет! С вами Кононов Антон, Кононова Аня. Сегодня у нас получается третий спорт после перерыва. Всего, по-моему, получится 7 занятий. Мы уезжаем. И смотрите, мне очень нравится, что вы мне задаете вопросы. Обязательно задавайте вопросы и под этим тоже видео, и в Инстаграме. Ну, в общем-то, где вам удобнее, там и задавайте. И хочу ответить вот сейчас тоже на накопившиеся вопросы. Вот, сегодня, во-первых, да, вы не увидите там ничего такого мега сложного, у нас лайт режим, у меня сильно болит, сильно болят несколько мышц, особенно пресс, после прошлого занятия, поэтому сегодня у нас прям был такой массажный лайт режим, мы занимаемся на валиках от компании Faberlic, валиков сейчас в наличии, я посмотрела, их нету, конечно, очень-очень-очень жаль. Валики очень удобные, я хотела еще парочку заказать, чтобы был у мамы, у Вики, потому что когда Вика с нами начинает заниматься, то ей приходится давать валик из лузги гречихи, а это не совсем то, это неудобно. Вот, ну, в принципе, давайте перейдем к вопросам. Ну, во-первых, сколько времени занимает на спорт в целом, да? Я думаю, вы уже догадались, что мы сейчас, мы как бы занимались вначале 2 раза в неделю по часу, потом мы занимались 3 раза в неделю по часу, сейчас мы занимаемся через день по часу, но смотрите, сначала все подготовить, разложить, положить, одеться, да, то есть проследить за всем, это, ну, примерно минут 5. Потом мы занимаемся, где-то час, иногда бывает чуть больше, иногда бывает чуть меньше, ну, от 55 минут до часа 05 у нас идут занятия. Потом, конечно же, я иду в душ, очень хорошо моюсь и так далее. Ага, вон, смотрите, да, Викенка ко мне пришла, видите, валик отобрала. Вот, иду, конечно же, моюсь, пока скрабируюсь, пока крем наношу, потому что после скраба кожа сохнет же немножечко, пока умываюсь, пока вот это все, конечно, уходит где-то полчаса. Потом я монтирую вот такой вот ролик, вырезаю все ненужное и так далее, да, тут и няня за ней бегает, это наша няня, работает у нас более уже 3 лет, ну, наверное, даже не няня, неправильно я выразилась, а воспитатель, да, то есть воспитатель, у нее 20 лет стажа в садике, в общем, она умница, красавица, с Викой занимается. Ох, даже в рифму заговорила, да, и сколько времени уходит на спорт? Ну, так, по идее, немножко, да, получается 1,5 часа 3 раза в неделю, да, но если брать, в пример, вот, да, получается плюс монтаж, плюс уход за собой, плюс, да, то есть антицеллюлитным кремом намазаться и так далее, конечно, уходит намного больше. Хожу ли я сейчас? Нет, я перегружена по работе, я сейчас не хожу. Честно вам скажу, что работы очень много и на уровне компании Faberlic, и на уровне проекта Faberlic Online. Мне нравится быть занятой, мне нравится быть полезной, поэтому я везде пищу да лезу. Вот, далее, конечно же, где вы нашли силы на спорт? Ну, ребят, знаете, тут, мне кажется, я их нигде не искала. Я долго-долго на это собиралась начать заниматься спортом, потому что я начала чувствовать, что я стала дряхлеть. Дряхлеть в плане чего? Я стала слабая, мне стали сумки тяжелые, я немножко пройдусь, у меня одышка. Ну и все это, конечно, не нравится, да, то есть начали как-то ручки обвисать, да, вот, вот эти некрасивые места, животик расти, я набрала вот буквально за 3 года 10 кг, и это, конечно, много, это меня не устраивает, ну и где я нашла силы на спорт, ну, я, грубо говоря, испугалась, испугалась за себя, за свое здоровье, за здоровье мужа, смотрю, тут же и старшая дочка тоже начала так набирать вес активно, берет с нас пример, только мы-то работаем за компьютером, а она-то решила вот, в частности, поиграть. Получилось, что мы решили все-таки, кто если не мы,
начали искать тренеров, онлайн-тренеров. Это сложно найти человека, с которым вот тебе по душе, который тебя не травмирует и так далее, и так далее. Реально не так и просто. И когда мы начали искать, мы столкнулись с рядом трудностей, но мы начали ходить пешком. Где-то месяца 4 мы ходили пешком, расхаживались. У меня начала проходить одышка от часового, от часовой ходьбы, потому что я буквально минут 20 шла, и у меня начиналась одышка, то есть мне было тяжело. То есть вот до какой степени я довела вот тогда, на тот момент, свой организм. Начались всякие... У меня нога ломаная, 3 операции я перенесла на эту ногу, раздробила ее очень сильно в юности, да, в юном возрасте, в подростковом, да, можно так сказать. И больная коленка очень сильная из-за этой ноги, потому что ушиб коленки был тоже очень сильный, и, ну, в общем, травма на всю жизнь. И, конечно, когда мы пришли в один спортзал, там нам отказали, в другом спортзале отказали, ну, не только из-за травмы ноги, я вам рассказывала, что люди больше всего боятся стертых позвонков, а на МРТ мне показало все-таки, что позвонки у меня стертые очень давно, и плюс миома матки, да, то есть, ну, ни один тренер, ну, как бы боялись на себя брать вот это вот все. И получается, я мыкалась туда-сюда и просто ходила. Ходила я много, потом я поняла, что я окрепла, и мне это понравилось, потому что я начала себя лучше чувствовать. Но, знаете, сколько бы раз я не замечала, когда мы ходили, гуляли, я вообще очень наблюдательная, и на Ютубе смотрю, и таким вот образом... Я приметила, сколько бы люди не ходили, у них стройные ноги, стройная попа, но руки, живот, все вот идет вширь. Почему? Потому что, ну, организм привык откладывать туда, где не задействовано. А если это не задействовано, то получается, он там и откладывает. И я начала на себя обращать внимание, что да, попа у меня начала подтягиваться, как-то да, ножки начали стройнеть. А животик не уходит. И вот я, когда мы делали встречу Faberlic Online в Москве после цифрового форума, встретилась с Ириной и спросила, что вот ты тренер, возьмешь ли ты меня к себе. И вот она как раз приехала на встречу, посмотрела на меня, говорит, выпрямись. Да, на фотографии она мне говорит, выпрямись. А я понимаю, что я выпрямляюсь, и я не могу даже сомкнуть лопатки, да, лопатки, то есть я не могу. Я не могу руки назад закинуть и взять вот этот замочек. И она говорит, слушай, у тебя реально проблемы начались? Я говорю, да, я понимаю, что у меня проблемы, поэтому я к тебе обратилась. И вот сейчас, на данный момент, мы восстанавливаем именно здоровье. И как мы нашли силы на спорт, ребят, угадайте. Мы просто испугались, что мы, ну, буквально мне вот 37 лет, а я себя чувствую на все 60, и когда рядом с тобой находятся люди, вот, допустим, воспитателю Виктории, да, которую вы сегодня видели в видео, ей 59 лет, и она бегает, скачет, прыгает, она ходит в бассейн, она что только не делает, она такая молодец, у нее такая жизненная позиция, она такая энергичная, и тут же с ней сидит женщина, да, считайте, на сколько лет, да, я ее младше, на сколько лет, и я... По сравнению с ней развалюха. Конечно же, вот такое ощущение мне абсолютно не понравилось. Вот. И когда я поняла то, что откладывать дальше некуда, вот меня взяла Ирина. Спасибо, конечно, Ирине огромное. И сейчас ей огромное спасибо за терпение, потому что если бы не она, вот, я бы не начала вообще спорт, так как меня никто не брал. И вот когда мы сделали перерыв из-за травмы спины, вы представляете, я приехала из Москвы и тянула. Ирина ждала, не выдержала, говорит, сегодня занимаемся. И я пишу, да, занимаемся, но мне было так лень, мне было так неохота, что я вот, ну, я решила, все, Ирина меня записала, все, я занимаюсь, все отлично, сходила, Антону сказала, он говорит, ну, окей, наконец-то ты решилась заново. Мне даже заново, честно вам скажу, лень было начинать. Вот, силы на спорт, они сами по себе выделяются, когда вы видите результат. Вот, например, ко мне подбегает моя дочка, прыгает ко мне на руки, и для меня она как пушинка. Ребята, это очень приятное ощущение, когда для тебя твой ребенок ничего
не весит, хотя до этого у тебя по 3 дня болела спина, когда ты поднимаешь эти 20 килограммчиков, да? То есть я почувствовала силу в руках, я почувствовала, что я начала действительно худеть, у меня начали таять объемы, потому что 12 сантиметров в бедрах – это не хухры-мухры, это действительно классно. Поэтому занимайтесь спортом, и все будет хорошо. И здоровье прибавится!